Я привык хедшоты ставить по одному, а не по пять. Так. От нас тут черные следы остались на асфальте. Так, а если нам... Во, нам сюда. Вперед немножко. Если там кто-то есть живой, значит нам туда. Делать так, чтобы он не был живым. Сейчас, если услышите, кто-то орет. Благим матом. Это ты? Нет, это мои враги. А ну стой, кузнечик. Это звучит как оскорбление. Кузнечик. Но он кузнечик. Воу, ребята. Это то, чем он является. Нас ждет ня-ня-ня. Ёпарасоте! Вовремя я отбежала. Умная. Та-та умная. Вот эта вот штука, ее надо это... Что-то с ней надо сделать. Эй, я, похоже, активировал то, что не надо. А, нет, это не я. В этот раз это не я, ура! Что-то кузнечики, психи, все радости жизни. Куда мы попали с вами, мужики? Не, эту большую штуку не надо убивать. Вау, вау. Гори, гори, ясно, что аптечка нужна кому-то. Мне скоро. Вот, второе дыхание, сука. Отличный план! Кого грабим дальше? Так отлично, с них попадают аптечки. Так, а кто меня поджег, интересно? I don't know, но тот же, кто меня. И кто нас всех троих поджег? Не я, у меня электричество. Так, ребят, нам куда-то теперь вот в эту сторону. Вот куда-то вот сюда, что ли. Наверх. Я думаю, нам вот туда вот. Ромбик все еще здесь. Но задание выполнено. Задание выполнено, кстати. Вот. Вот так надо сделать, да. Вот так, теперь отлично. Так, встретиться с Роландом в убежище. Снова, что ли? А как же воткнуть стручок? Нет, это не я... Успокойся. Нет, Дионис, только это сказать. Это не я забочно, но мы же не выполнили КВ. Тебе сказали, не нужно. Все, успокойся. Больше не надо ничего никуда втыкать. Ну ты же знаешь, что если квест дали, надо его выполнить. Я просто за выполнение квестов. Конечно, конечно. Да. Так, погоди. А, квестов. Заканчивайте. Я все слышу. Естественно. Так, а я тут это. А этих не будем птичек выкашивать или патронов просто тупо жалко? Патронов. Так, тогда мы к убежищу или к следующему квесту приступим? Я думаю, к следующему квесту, потому что в убежище, ну, можно, но... А, погодите, этот квест мы сдали, нам, чтобы следующий квест взять, нужно все равно придется переться в убежище. А, ну, поперлись в убежище тогда. О, я что-то нашла, ребят. Интересно, меня убьет, если я пройду? А, меня просто не пускает. Интересно. Значит, рано еще, значит, это какой-то квест. А, вот она что поджигает. Вот, видите, да, я поэтому в нее целился издалека. Так, ну что, ребят, нам нужно в убежище. А где оно? А, вот где-то по ромбику бежать, то есть нас ведут в, не, это, в какой-то телепортер. Пошли. Пойдем, нам надо сюда. Эх, вот сейчас бы машинку, нашу няшечку, ня-ня-ня. Кстати, дорогие зрители, согласитесь, вот эта вот фигня, вот, которая сейчас сверху на горизонте, похожа на какое-то замороженное животное. Вот смотрите, сверху, видите? А, собственно говоря, это скелет, это пасть замороженная чья-то. Да, интересно, это чё вообще? И вот он уже телепорт. Сейчас идем в убежище. А я? А меня? А мне? Ждем тебя, ждем, догоняй. Подожди, тут боеприпасы можно купить. В убежище тоже можно? Да-да-да. До убежища еще дойти надо, а тут же прямо тут же. Кстати, Ди, давно хотел спросить, ты знаешь какой-нибудь язык, кроме русского и английского? Нет,
Я английский не знаю точно. Я английский не знаю. И никакой больше не знаю, кроме русского. А в школе какой учил? Какой ты же учил? Английский, но у нас не было преподавателя английского почти. Там она... Как это почти? Они все увольнялись. А, понятно. Потому что класс был, ну, по их мнению... Безнадежный? Просто упыри и вурдалаки, нет. Они доводили всех до слез. А, знакомая тема, да. Симметрично. Мой класс тоже отличался особой умом и сообразительностью. В вашем классе никто учителя на три буквы не послал во время урока? И не такое еще вытворяли. У нас очень жестокий класс был мой. О, ребята, нас ждет машинка. Хипстер-мобиль, давай. Только нас ждут еще вот эти... А, неважно, кто нас ждет. Так, фиг с ним. Вот это вот ты будешь... С пулеметом. Нет, с ракетницей хочу. А, нет, это не четырехместная. Отмена. Нам нужно четырехместная. Грузовик. С бочкой. Ребята, садитесь в машинку. Я жду вас. Не, я хочу на место стрелка. А то мне это... Задний. Уже подташнивает сзади ездить. Так, я в ту сторону хотя бы еду. Неважно. Поехали. Устроим дестрой, да. Уи. Я не могу понять, я в ту сторону еду или нет. Почти, почти. А какая разница? Главное, что мы едем. А я стреляю. Я тоже люблю, когда кто-нибудь ведет машину, причем тот, кто лучше меня водит. Тоже сесть за бочку и пуляться во все подряд. Я не спрашиваю даже, откуда они берутся, эти бочки. Так, ать, чуть-чуть. Ауч. Ба-бам. Так, сюда. Да, я явно уже вожу. Че, серьезно, что ли? Ну, ты вспомни, как мы в прошлый раз ездили. Мне мои подписчики просто массово пишут, что Талия, иди потренируйся в GTA. В GTA нельзя по-другому кататься, кроме как... Мастер-класс, да ну его нахрен, я еду вперед. Над, мы кругами катаемся. Мне, конечно, нравится карусель. Но не настолько. Так, ну это пытаюсь, я говорю, почему я говорю, что, ребят, по-моему, есть подозрение, что не туда едем, но я не могу сообразить, именно в каком направлении. А по карте? А по карте непонятно. Вот ромбик стоит. А карта для слабаков. Не, я не про то, просто по карте, может быть, вот какой-нибудь... Вот, да-да-да-да-да-да. Ты развернулся. Да-да-да, в ту сторону ехать мне. Куда сюда? И в бок. Не в тот в бок. Да, туда. Вперед. Вперед, вперед, вперед. И почти. Нет. Это была плохая идея, по-моему, да? Что? Женщина за рулем, три трупа. Поведу я. Нет, я оправдаюсь, ваше доверие, обещаю. А хотите, поведу я? Давай. Нет! Пошел к черту. Не, я не поведу, мне вас жалко. Крань. Ну что, все готовы? Так, я не за рулем, да? Ну ладно. И я не за рулем. Никто не за рулем. Так, ну что, куда ехать? Вот туда, да, наверное? Да. Так, да. Я пока тут оружие... По дороге, я прям по дороге. Не, я... Так, а теперь в какую сторону? А, собственно говоря, приехали, да? Да, нам туда. Четыре, три, два, один. Черт, а я тут все еще в машине сижу. Меня с машины телепортнет, надеюсь. А я тоже надеюсь. Я хочу комфорта. Не, мы в убежище телепортируемся, машина явно останется за бортом. Да. Жаль. Да, к сожалению, да. А просто почему мы просто через телепорт не телепортировались? А на машинке ездили, это так? А я решила по рамбику искать, потому что телепорт черти где, я его как-то мне не по шарам было. Ну знаешь, как геноцид веселья. Да, смотри, Дёник с каким удовольствием. Ми-ми-ми-ми-ми пострелял по этому. Кстати, ребят, здесь тоже патрончики есть, нычки такие. Кстати, ты помнишь, ты когда проходил, ты же сначала недавно проходил, раз набил 9 уровень. Ну да. Помнишь, там была да. такая комната, где висят все портреты всех героев с ценниками? Кого, за чью голову сколько награда?
А, нет, не видел такого. Потрясающая комнатка, она прям шикарная. Ну, я слышал, что за Zero, по-моему, 32 миллиарда дают. Ну, дороже всех Сирена. Ну, у них тут своя валюта как-то. Так, я вижу еще два дополнения, ну, которые расширители класса для вас, для ассасинов. Так, сейчас мне надо всякое барахло продать. Потом надо поиграть немножко. А... Вы что, опять застрянем в убежище? Вы серьезно? Ненадолго. Ах, не всерьез. Так, либо ты, либо ну, ты. Я воевал. Я не видел женщин целых полдня. Мне надо проиграть деньги как минимум. Да ты даешь. Так, ладно, продам тебя, а на твое место станет вот эта пушечка. Я пока... Знаешь, человек, который умирал за последние полдня раз и так 10, мне кажется, имеет право на все. Кроме меня. Вот с остальными делай, что хочешь. Даже поддержу их. Окей. Типа ловлю на слове, да? Да. Договорились. Почему типа? Так, уменьшение отдачи. И еще хочу скорость подзарядки. Отлично. Так, здесь у нас левелап пройден. И еще очки умения хочу перенаправить. Так, чтобы мне развить. Я полностью развила емкость магазина и скорость перезарядки. Теперь можно развивать захват, вызывает огненный взрыв, который носит урон всем находящимся рядом врагам. Интересная штучка. Так. Неинтересно. Так, а борьба за жизнь, все выстрелы носятся дополнительно. Я вам не мешаю, кстати? Нет, мне нормально. Так. Я тут своим занимаюсь. Что у нас здесь есть? Здесь есть третий глаз, критический урон и урон в ближнем бою. Чудесный подарок. Если враг, находящийся в захвате, погибает, появляются шары здоровья, которые автоматически исцеляют вас и ваших друзей. Во, мне нравится, ребят. То есть я захватываю врага, он умирает в моем шаре. Видели, я магией пользуюсь? Угу. Вот, и из этого умершего в шаре врага выпадает здоровье, которое мы с вами все вместе можем использовать для себя. Это шикарно. Да, то есть неплохо. Я постоянно хилом буду выступать. Вот, дорогие зрители, скажите, пожалуйста, вот это не мне одной кажется, что вот это вот фаллическая фигня? Что оно очень как-то странно смотрится вот здесь вот в магазине, называясь щитом. Ну вот что это такое? Может, это типа «Оу, щит». Так, ну и в принципе, так, все, здесь я все продала, все купила. Так, я навыки сбросил. Тут меня просто зрители прикали в том, что я не развиваю персонажа, гоняю с тупыми пушками. Дорогие мои, вот воочию сейчас увидели, что пушечка у меня одна на 1622, на 176 только что подобранная, к сожалению, у которой у меня была снайперка отличнейшая, протеряна. Вот, и 207 на 3. Экран на 700. Нормально все у меня все в порядке, зря вы на меня наезжаете. У меня достаточно гармонично прокачан персонаж. Мужики, мне от вас долго телок отдирать или это? Или вот не все куда-нибудь? Я в магазине. Ничего не знаю. Выдвигаемся. Я все деньги проиграл, на женщине осталось. Пойдем еще зарабатывать. Мы квест не выполняли, ребят. Нам нужно с Роландом встретиться. Он, кажется, кстати, вот у телок обитает. Рональд Макдональд. А, нет, не смотри-ка, он вот тут вот. Где-то здесь он. Так, это тёлочка у нас. О, надо было у тёлочки принять этот. Взять пиццу Мокси. Интересно, на каком уровне можно будет эту камеру открыть? Мне до сих пор это очень интересно. Да, мы же офигенные, давайте просто взломаем. Для меня это очень волнующий вопрос. А, наверное, скорее всего, какой-то квест надо будет пройти, потом аж можно будет открыть. Ну да, типа у нас там классное оружие, иди возьми. Интересно, кто-нибудь что-нибудь о, скинул? О, Роланда, я нашел его. Гы, здесь три пушечки лежат. Так, у вас там субтитры тоже пошли, да? Да, 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 у меня даже русские. Я могу убежать, и он все равно будет говорить этой девушке что-то, а она как бы не в теме. Она делает вид, что он слушает, да? Она делает вид, что понимает, да. Воу! А он ей, ну знаешь, такая игра есть, Майнкрафт. Ты такой, знаешь, типичный задрот. Ты знаешь, спросить у летсплейщика, кто он, и получить лекцию на 8 часов.
Вполне возможно. Ну, я себя контролирую. Не, я про этого мужика. Она у него спросила, кто он, а он оказался лосплейщиком. О, надо же, как я забрался красиво. Так, я аудиодневник нашла, поэтому сейчас может перебиться одно другим. Ну, я только побежал пытаться сдавать то, что у нас есть. У меня квест взять пиццу Мокси. На, так хорошо. Вот. Мокси это уже, это там, где бордель, да? Да, я забрал ее. Добраться до логова. О, классно. Можно вообще 10 квестов взять, и каждый будет выполнять один. Чисто теоретически. Так, и где теперь это логово искать? Вот так, вот сюда. Вот сюда? Да. Почему мы не ломаем себе ноги? О, мужик, извини, я тебя прыгнул на голову. Надеюсь, ты не сильно просит. А, нас эта фигня зовет в портал, ребята. Ну, бонзай. Кататься будем, походу. Джеронимо! Конечно, будем. Так, а почему квесты... окей. 4, 3, 2, 1. Фитифиау. Чего-чего? Фитифиау. Что это такое? Не знаю. Паша. Это все Паша. Ребят, у нас два ромбика. Давайте разделимся. Берем оба. Шучу. Потому что это просто два разных входа, походу. Кстати, вы в курсе, что можно в одну и ту же локацию? Кстати, вы в курсе же, что тут безбашенный псих ходит? Где? Да вот он. Ай! Талия, подожди! Я не уезжаю, я его добью. Геноцид! Бочечки! Трэш, угар и сатания! Да, у них там остались ручные хомячки. Ну, если они их еще не сожрали. Так, ну что, поехали! Нам пока прямо. Потом куда-то направо, фиг знает вообще куда. Куда тут, не понимаю. Я не понимаю, куда нам надо ехать. Не знаю, но туда, где нет вот этих штук. Да, нам по этой дороге. Так, куда-то сюда. Да. Я, отлично. Так. Главное, чтобы на... Вы куда? А что? Ну, я не понял, что это. Отправиться? Все, отлично. Не, просто у меня почему-то героиня, вместо того, чтобы нажать на телепорт... Ай, мои уши. О, у меня из-за наушников безумно болит пирсинг на ушах. Я не могу, уже очень больно. Ну, у меня уж все уши исколотые. Купи другие наушники, поудобнее. У них микрофон не такой, чистый. Ну, короче говоря, у меня компромисса что-то пока не наблюдается между... Ауч! Короче, пока что тебе придется покупать и наушники, и микрофон. Ты знаешь, самое что страшное, что я сижу в одних наушниках, а говорю в другие. Как бы странно это не звучало. Блин, я опять не в ту сторону поехал, походу, да? Да ладно. А вы молчите. Еще никому не повредил. Я не знаю, куда нам ехать. А я по карте тоже не вижу именно куда. Я вообще не понимаю, если честно. А мы ж тут были. Так вообще, что у нас через все телепорты ведет, скотина? Мы тут не поедем. Да, нам надо по той стороне. В смысле, вот туда? Ну, я, наверное, за руль сяду, можно, да? Фиг с тобой, садись. Нам точно сюда? По-моему, нет. Нет. Не-не-не, нам... Как раз таки вот туда, вот в крепость в эту. Все, Талия, все. Угу. Да, и я сейчас попробую поводить немножко. Так. Так, я так же могу ездить, нет? Ты богом, что ли, хочешь? Богом. Привет, Ди. Посмотрим. Такой крутой. Вертится вокруг этого. Где-то с той стороны. Раскрутим Дёникса на Ютубе. Так, здесь проехать нельзя, походу, да? Как я понял. Да, я только что это выяснила, пока за рулём был. Он нас ведет опять по вот этим. Нам нужно телепортироваться самим.
То есть, знаете, телепорт и это. Тут есть какие-то три забавные эти штучки, я... А, вот. Теперь я вижу, где телепорт. Точнее, куда ну, надо... там, через крепость пройти. Там, где мы ходили в начале сегодняшнего забега захода.